я и вот этот Homo sapiens сваливают с острова Бали, остаются последние полчаса. Откуда мы сваливаем? Давай заново. Нет. Мы свалим с острова Джили Траванганг. На остров Бали. С острова на остров, просто путаюсь в названиях, короче. Одни острова кругом. Там он еще кривотов. Там вот, короче, какое-то суденышко причалило. Вот наше турбюро. Вот за вывеской цен на валюту. Вот. Сходили, взяли по колбочку. Заплатили 65 тысяч местных рупий. Эквивалентно $5. $5. Вот такой коктейль ни разу не пил. То есть пил вчера, но ни разу не видел до этого. Вот. Она, кстати, взяла себе другой коктейль. Так что скоро в путь. Целый час пути бороздя океан. Трястись по этим волнам. По волнам. Может, дельфинчик увидим? Наивная, она до сих пор думает, что здесь дельфины. Здесь есть дельфины. Только в меню ресторана. Нет, у нас туда дальше будет. Бараиниван. Так. Движуха. Движуха. Здесь учим местное население русскому. Второй раз приедем, будут сдавать нам экзамен. А мы приедем второй раз. Ой, не тот глаз. Камера тут. Да забей. Вот, смотри, пробка из лошадей. Банана. Ой, какая красивая лошадка. Она устала уже, она уже слюна течет. И попить надо. Бедная, она пить хочет. Пойдь бить лошадь, зараза. Такси, тут трафик. Потому что придет сейчас судно, вернее, оно уже пришло. Такси выстроились. У всех таксистов глаза горят. У них у всех прайс-лист есть. Да, но здесь есть прайс-лист, здесь цены как бы регулируются местным сообществом. Таксисты между собой регулируют цены, продавцы кукурузы регулируют между собой цены. И те, у кого есть лошади и ездят просто на повозках, они не могут брать туристов и подвозить их. Сразу таксисты подбегают. Да, да. Подбегают таксисты, ломают лошади ногу и... И вот. Это чревато. Мало того, что картошку не сможешь возить, так и лошадь съесть придется. О, здесь несется колесница. А вот эта вот, которая бесплатная. Вон она. Поехерать. Поехала. Вот еще одна бесплатная. Вот рекон, что. Танцующие лошади. Она, кстати, в такси подрабатывает тоже. Да, вечерами она работает в такси.